В очередной третьей части российского сериала «В чужом краю» Галина делает ремонт в своем будущем кафе. Антипов активно помогает ей, что вызывает пересуды у всего города. Галина тоже начинает подозревать, что бизнесмен питает к ней личный интерес. Сергей ревнует Галину к Антипову, а отношения с Татьяной у них и вовсе не складываются. После происшествия на дне рождения Артура, Олеся чувствует себя опозоренной, девушка отказывается даже разговаривать с парнем. Отец Галины Вадим много времени проводит с Зоей, пытаясь ее вылечить. Это вызывает ревность у его жены Натальи. В конце концов Наталья выгоняет семью беженцев из дома. Сергей признается Галине в любви, он обещает, что окончательно расстанется с Татьяной.